красивый нудистский пляж в Форесте, друзья. Именно нудистский, потому что тут ходят обрегешки голожопы. Ну что, друзья, всем привет, с вами спикер Эмэй Форесте. Мы сегодня будем играть в Форест, и сегодня будем понимаем двух мутантов. Я, по идее, уже делал такой ролик, но мне захотелось это сделать снова и снова обновление. У нас есть бензопила, которую я, конечно, еще не взял. Вы, конечно, увидите ролик. Так, ну что, друзья, у нас есть два мутанта, у нас есть желание поймать их в клетке, и сейчас мы это делом займемся. У нас, по идее, есть три такие хибарки, нужно сделать уже ловушку. Я уже, по идее, ловил именно тут. Вот мы даже закрыли с друзьями. Закрыли, у нас там был мутант и просто сидел и отдыхал. Так, ну что, у нас есть два мутанта, нужно сделать ловушки. Так, я убрал весь интерфейс, чтобы это дело все не мешалось. Нужно, наверное, срубить дерево. Так, давайте нормально отгоним в сторону их. Мы отгоним в сторону, сделаем ловушки, которые защелкнутся, и они будут сидеть уже в клетке. Это будут зоомутанты. Точно. Хорошо, у нас есть динамит, быстренько, наверное, порубим. А можно, в принципе, даже нижнее дерево. Ну-ка, давай, бросай прям под крышок. Ух, чудесно, неплохо. Ух, сколько брегешек. Отлично, и дерево падает, только не в ту сторону. Бревна у нас есть. Интересно, сколько нужно бревен? Так, они ушли куда-то в другую сторону. Хорошо, наверное, возьмем уже нашу книжку. Нашу волшебную книжку и, скажем, уже волшебной палочкой. Так, где у нас постройки? Так, где мутанты, я не вижу их. А, вон бегает. Паучок у нас там и осьминожка. Так, я называю именно их так. Так, нужно найти уже ловушки. Так, листаем, листаем, листаем. Это не тут, это тоже не тут. Кажется, я пролистал. Так, секундочку, можно найти даже и вот так. А вот ловушки нашел. Окейшки, сейчас найдем. Обрегишки угорают, секундочку, ребята. Уходим, уходим. Уходим куда-нибудь наверх. Мне кажется, много хп потратили. Давай-ка наверх. Наверх. У нас даже не умеет подпрыгивать. Слушайте, раньше у нас можно было подняться, а спиной нужно. Нет, он реально не поднимается. Раньше возможно было подняться наверх без проблем. А сейчас реально это проблема. О-хо-хо-хо. Нормально, как прыжок-то. Нормально, вот походу какой-то вожак еще. Так, хорошо, мы убегаем, у нас есть местечко, где можно перекусить и отдохнуть. Ребят, сколько у вас тут? У вас тут слишком много. Так, закрываем. Закрываем, давай-ка. Давай, закрывайся. Где-то буква Е, ее нет просто. У нас убран интерфейс. Сколько мутантов здесь? Ребята, здорово. Хорошо, что у нас тут есть? Алкашку, водичку и, наверное, поедим. Все чудесно и все прекрасно. Хорошо. О, бегает. Бегает всех мочит. Прикольно. Хорошо. Походу, мы в клетке, друзья. Я хотел поймать мутантов, по идее, но загнали нас в клетку. Нормально. Это Форест. Что же еще может быть интересно? Слушай, довольно много уже. О-о-о-о, ломает, ломает, реально ломает и заходит сюда. Кто там стоит? Там, походу, паучиха стоит. Вот наш паучиха. И дверь, походу, не откроется. Ребята нас просто заминировали. Серия не удалась, походу. Нормально. Черт, нужно выбегать. Нужно реально просто выбегать. Так, я не хочу, конечно, убивать никого. У дерева просто камень долетел мне просто в голову. Ах, мутант, погоди секундочку. Так, не подходи ко мне. Я обиделся на вас. Так, нужно сделать уже ловушку. О, даже с ракеткой. Чувак с ракеткой. Это круто. Секунду, ребята, голожопы реально изменились. Я недавно не играл в Форест, и реально как-то все изменилось. Тварь тут слишком много стало. Форест стал намного насыщеннее. Это довольно приятно и довольно пугающе. У нас, по идее, сейчас полдень будет уже. А был, походу, рассвет. Так, ну-ка наверх. Такой-то столик разломанный. Отлетел, наверное, столик сюда. Так, хорошо, найдем быстренько ловушку, поставим. Сейчас быстренько найдем. Эх, давно я тут не листал. Нет, это костры уже, это не в ту сторону. А может, я проглядел? Сейчас найдем. Секундочку. Нет, это не то. Это не то. Надеюсь, нас никто не ударит. И я не найду эту ловушку. А, вот они, моя голубушка. Так, ну что, пойдем поставим быстренько. Так, как у нас крутить? А буква R? А, чудесно. А там охраняет. Он, походу, уже понял, что мы задумали. Поймать его в клетку. Интересно, можно эти ловушки уничтожить? Раньше их нельзя было, а сейчас, наверное, можно. Ну, попробуем, конечно, поставить. Попробуем построить и поймаем. Так, секундочку, нужно как поставить? Нам нужно как-то поставить. Сейчас вспомним. Сейчас вспомним. Нужно развернуть именно вот так и... Воля, готово. Так, так-то подходит паучиха, раз и просто снес вам. Уходим. Держим блок и просто уходим. Так, ну что нужно построить? Я, правда, не знаю, что для этого нужно. Нужны ветки, нужны, кажется, камни. Сюда не залезет. Нам нужно вверх. Наверх. Долго, долго будет на синюю серию, но будет довольно интересно. Так, ловушкам. Ну, я думаю, правильно поставим. Именно там будешь находиться. Только нужно сперва построить. Так, ну что, держим блок, наверное, и строим. Да, хорошо, так пробил блок. Хорошо, оббегаем, наверное, вокруг. Сделаем пару рейсов из бровен. Ну, хорошо, можно еще разок. Так, походу, мутанты у нас убежали, остались только большие. Да чертов с два, какого черт побежал в эту сторону? Я пошел уже. Так, строим. Я даже не знаю, что нужно именно для этого. Нужно, по идее, еще ветки. А ветки у нас есть наверху. Ну-ка, пойдем наверх уже. Давай наверх. Нет, мутанта еще есть. Так, есть бревно. Бревно есть еще снизу бревно.
О-о-о, как страшно. Жалко, у нас нет бензопилы. Можно было взять, конечно, бензопилу, уже реально попугать вас. Но ребята у нас бесстрашные. Так, строим, надеюсь, я все правильно. А вроде правильно, а вроде неправильно. А кто его знает? Да, в принципе, заходит, и она захватывается. Нет, друзья, я, наверное, все-таки неправильно сделал. И нужно, наверное, ее убрать. Нужно было развернуть ее в другую сторону. Так, хорошо, наверное, поставим другую. С ракеткой. С теннисной ракеткой. Круто смотрится. Чувак с теннисной ракеткой. Где ты ее откопал? Конечно, мы знаем. У нас, по идее, тоже есть такая же теннисная ракетка. Мы упали. Раньше можно было реально подняться наверх и сидеть наверху. У нас тоже есть теннисная ракетка. И давай покручим. Кто у кого круче теннисная ракетка? Где чувак с теннисной ракеткой? Не вижу его. Так, хорошо, нужно поставить, наверное, в другом месте уже. Нужно, по идее, сделать сразу две. Вот реально, эти ребята мне как-то мешают. Спокойно. Нужно просто взять их и, наверное, уничтожить. Так, как же их испугать? У нас нет бензопилы, их никогда реально не испугаешь. О, чувак уже туземит, но, походу, сидит тут и ожидает. Так, хорошо, наверное, сделать нужно... Ребята, спокойно. Меня не трогаем, мы берем уже на ловушку и бежим в ту сторону. Ну, давай-ка. Тут реально какой-то эпик. Просто полнейший эпик. Так, у нас есть... Так, у нас одна и вторая, а у нас три. А это не зайдет, потому что у нас тут камушки. Так, хорошо, наверное, развернем вот так. Я ее все-таки поставил. Я ее поставил не так. Да что ж происходит сегодня? Их слишком много, и нужно поставить их заранее. Они просто берут и караулят. Меня обошли, наверное, с фланга. Это круто. Мне, друзья, походу, серия у нас реально будет обувная. И как-то придется нам, наверное, записать в другой раз. Не, спикер просто так не сдается, и реально мы все сделаем сегодня же. Так, хорошо, нужно очистить местечком. Сейчас, друзья, мы быстренько очистим. Вот так берем, просто бросаем динамит и очищаем. Ну-ка, посмотрим со стороны. Ну-ка, давай побольше, бывал. А, походу, не разрубило. Что за фигня происходит? Ну-ка, давай еще разок. Какая-то непробиваемая стена, что ли? Великая китайская стена непробиваемая. Она у нее-то разрушилась. Ну-ка, сейчас пройдем, возможно, возможно пройдем. Да, возможно, пройдем. О, захлопнулось, реально уже готово. Одна готова, и мы тут сидим. Слушай, друзья, можно поймать. Так, наверное, берем катанку, водичку и эту. Так, это, наверное, убрать нужно. Так, секундочку, как убрать? Буква С, кажется. Черт, убрал интерфейс, и я реально ничего не вижу. Сейчас уберем. Черт, с два. Хорошо, мы выходим. А, нужна ветка. Так, погоди, нам нужна ветка, что спустила. О, спустилась. Так, ну что, нужно как-то его заманить сюда. Это нужно убрать. О, убрали. Чудесно. У нас останется ракетка. Сейчас, погоди, катанку. О, заходи, красотка. Нет, не получилось. Нормально. Так, у нас есть ветки. Да, нужно, по идее, ветка, чтобы ее опустить. И она опускается. Нужно брать побольше веток и ее уже сделать. У нас уже полдень. У нас полдень, у нас не пойму, ничего, ни один мутант. Ребята, куда? Оп. Так, наверное, пойдем возьмем веток побольше, потому что есть. Если кончатся ветки, мы, по идее, не сможем вылезти отсюда. Вот в чем беда. Сейчас возьмем веток и вернемся сюда. Поймем все-таки одного мутанта. Кстати, они маленько уже разбежали в сторону. Они реально почули, что я нашел ловушку, которую возможно использовать. И даже динамит эту ловушку не уничтожил. О, зайчишка. Это реально круто. И можно поймать мутантов. Сразу двух. А главное, что далеко не убегать, чтобы они никуда не делись. Так, набрал довольно много веток. Камень нам не нужен. Набрали ветки и пойдем поймаем мутантов. Интересно, можно поймать двух мутантов? Ребята, вы мне достали. А, динамит у нас есть. Куда побежал? Куда побежал? Нужно разрубить деревья. А вон у нас паучок. Идет как раз в ту сторону. Может, сам даже зайдет. А, бросаем наперед чуток. Красотка, тебе хана. Походу будет. Сейчас будет. Ох, сколько. И два дерева падают. О! Прекрасно, прекрасный вид, и все видно хорошо. Хорошо, спускаемся, берем катанку, наверное, возьмем шоколадку в зубы. Две шоколадки, водичку и съедем туда. Сколько мяса. А мяса добавили гораздо больше фурости. Это, в принципе, круто. Хорошо, мы подходим сюда уже. В секунду, мы захлопнули, и у нас поймался аборигешка. Нам, по идее, нужнее аборигешкам. А ребята, походу, застряли, я вижу. Хорошо, у нас есть паучок. А, красотка, вот наша красотка. Так, спускайся. Так, ну что, блин, что за фигня? Давай-ка еще разок. Где тут буква Е? О, паучок, давай-ка заходи ко мне в гости. Мы держим блок просто, он заходит, и мы захватываем, друзья. Ну-ка, давай-ка. Открывайся, скорее. О, нормально. Захлопнись. Вот теперь реально захлопнись. И, друзья, поймали первого мутанта. Ну, ты должен, по идее, захлопнуться. Он подходит поближе, только не прыгать. Только не прыгать, а просто подходит гораздо поближе. Так, у нас, друзья, по идее, уже поймался. У нас уже два мутанта. Вернее, тут три мутанта. То есть, два тут и тут. Еще красотка бегает. Ну-ка, забегай прям. О, захлопнулась. Секундочку, он убился? Раньше такого не было. Реально вот захлопывался и остался в живых. Но я даже не трогал, хп у него было 100%. Ребята, вам, наверное, очень там хорошо живется. Раз сам не зашли, можно даже сделать каменную стену, но, по идее, ее разрубишь. Чертов с два. Так, что ты тут разбегаешь? Давай, наверное, уничтожим ее. Конечно, женщин бить нехорошо, но она просто не женщина. Просто круто. Хорошо. Птица, стой на месте.
Да, конечно, очень печалька, что мы не поймали этого мутанта. Его взяли просто и разрубили. Ну, можно подойти поближе, посмотреть, его просто взяли, как-то казнили. Он так улегся еще, как будто на кол сел. Хорошо, идем отсюда, мы уже уходим. Поймаем хотя бы этого мутанта, но даже не знаем. Можно сделать даже ловушку и аккуратненько ее построить. Сейчас попробуем. А как нужно строить, друзья? Вот таким макаром, чтобы защелка была именно внутри. Вот теперь я реально опытный. Так, вот так подходим поближе. Черт, тут не получается, походу. Это реально постройки мешает, потому что они уже построены. Черт, да. Хорошо, можно сделать каменную стенку. Так, как ее убрать? Так, ну, пускай так стоит. Хорошо, можно сделать, наверное, каменную стенку, подоскать, наверное, камушки, и они будут уже в западне. Тут, по идее, у нас конструкция, да, нормальная конструкция, так что можно сделать. А можно же из дерева сделать, наверное, а не получится. Пришел, наверное, сфоткаться. В сервере захотел упасть. Так, давайте с тобой разберемся. А где человек у нас с ракеткой? Как жестко разрубили его. Нормально. Так, оружие заберем. Оружие тебе не понадобится. Ну, по идее, друзья, у нас пойман мутант, он реально как-то в чистурке застрял. Какой-то кабан похож. Бегает как кабанчон. Хорошо, можно, в принципе, взять его и казнить. Что мы сейчас сделаем? Берем динамит. Надеюсь, он разлетится с одного динамита. Будет довольно эффектно смотреться, если разлетится с одного динамита. А не много динамитов. Кидаем, наверное, по подножке. Прям в костер. И смотрим. Походу, рубануло не то. То, что нужно. О, прямо в наш тур. Мне кажется, даже оглушило нас. Но остался, по идее, живых, конечно, было много крови, но это не та кровь, он черный стал. Это круто. Ну-ка, секундочку, у нас есть. А, нужен коктейль молота. А у нас есть коктейль молота, можно его поджечь уже. И просто реально. Вот там будет гореть уже внутри. Черный такой. Хорошо, бросаем прямо внутрь и смотрим уже. О, идет по пляжу, нудистский пляж, нормально. Так, секундочку, сейчас бросаем прямо под ножки. Ух, да, и смотрим зрелище. Мы казнили мутанта в форесте. Это реально казнь. О, пришли зрители. Так, он остался живых еще. Он остался живых, это, конечно, ну хорошо. У нас, что нужно для динамита? Самодельно. Нужна плата? У меня нет платы, кажется. А может, в принципе, с мушкета? У нас много оружия. У нас нет бензопилы, друзья. Можно, по идее, сходить, взять ее и попробовать его разрубить. Черт возьми, мы так его уже загасим. У нас, по идее, 8 снарядов. Стоит, смотрит, он с каким оружием, даже не помню. Топорик, что ли? Вот это топорик. А вот и молния, и гром появилась. Хорошо, но все-таки возьмем его, подпалим уже и закончим серию. Вот так, друзья, мы ловили эту мутант. В принципе, все, вы все поняли. И довольно... Пускай погорит. Сейчас посмотрим со стороны. Вот так казни мутанта в форесте. Пускай боятся нас. О, как красиво упал-то. Нет, падал, конечно, красиво. Потом как-то в свойский текстурку провалился и не очень. Так, ну что, заходим. Наш домик полностью разрушен. Строили-строили с друзьями, и вот такие постройки уже в форесте. Просто ностальгия. Хорошо, друзья, мы поймали, то есть казнили двух мутантов, а, кстати, у нас труп исчез, мутант. Это что такое, кости? А это у нас костерчик такой. Костерчик, ну-ка, откройся. Так, давай-ка, еще разок, дай-ка мне шанс. Нужно давать шанс всегда два раза. Хорошо, красивый дождь у нас, довольно красиво смотрится. О, какая погодка-то. Погодка изменилась, друзья, а я с вами прощаюсь, и увидимся в других сериях по форесту. И в общем, всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока!